Утром просыпаюсь, смотрю на улицу, огромный щит установили, рекламный, а на нем написано: «Друг, пора тебе отдыхать на Бермудах. Позвони, и мы тебе пошлем». Ну, думаю, надо же, как она заботится начали. Так ласково обращается: «Друг, пора, мол, позвонить». Телефон четко, чтоб не перепутать, надо же, а? Ну, думаю, надо позвонить, а то перед людьми неудобно, они ждут. Звоню: «Алло, это Бермуды? Сидоров беспокоит, этот бермудянин». Говорит: «Кто? Вы в рекламе написали, что мне, вашему другу, пора отдыхать на Бермудах. Я согласный. Когда вы меня можете послать?» Этот бермудский как начал меня посылать, подробно все так изложил: куда идти и где поворачивать, на какой этаж, что-то вспоминал насчет моих родителей, наверное, хотел пригласить всю семью. Ну вот, посмотрите, реклама не обманет. Позвонил — послали. Придется ехать. Чтобы лишних денег на новый костюм не тратить, взял я шорты тещины. Белые. С начесом. Внутри. Написал на них «Бермуды». Сзади поместилась только «Бер». Погладил, ну, утюгом. Надел — тепло. Ну, чувствуется, бермуды начали действовать. Выхожу из подъезда, на небе солнце, на шортах стрелки. Через дорогу смотрю — салон «Мерседесами» торгует. В витрине огроменный щит, написано: «Друг, твой Мерседес мы приготовили. Забери его». Ну, думаю, день какой удачный. Одно к одному, а? Ну, думаю, надо зайти, а то неудобно перед людьми. Они ждут. Захожу — у входа охраннику мои шорты сразу понравились. Он так громко щелкнул головой по паркету. Продавцам тоже понравилось. Стоят, улыбаются, но близко не подходит. Я говорю: «Я к вам с приветом». Менеджер говорит: «Вижу». И я тот самый друг. Узнали? Вы просили забрать мой Мерседес. Ну, я согласный. Только давайте быстрее, а то я опаздываю. Улетаю на Бермуды. Менеджер спрашивает: «А вы до этого что водили?» Я говорю: «Хороводы водил». Он говорит: «Ну, для вас есть потрясающая модель. Белый цвет, просторный салон. А машина с наворотами?» «Да! Сбоку фара, на фаре красный крест. Сзади кушетка. Ждать недолго, подгонят мигом». Действительно, через 3 минуты скрип тормозов. В салон входит мужик в белом халате. Спрашивает у меня: «На Бермуды сам поедешь или как?» Ну, едем, значит. Смотрю, по дороге щит огроменный висит.
На нем написан: «Друг, пора жить как люди». Я что вышел? Если я туда им с Бермуд не дозвонюсь, передайте им, пожалуйста. Ну, чтобы они не волновались, что я уже живу как люди.